Здравствуйте, меня зовут Ли Цзиньцзи, я из Тайваня. Теперь я учусь в Кубанском государственном университете на филологическом факультете, второй курс. Следующий я вам представляю тайванскую народную песню под названием «Бань Цун Хон». Сначала я расскажу вам о тексте этой песни. Ночью жду одна под тусклой лампой. Весенний вечерок дует мне в щеки. Возрасте лет 17 еще не замужем. Встретила красивого парня. Как милое светлое лицо. Из какой он семьи? Хотела бы спросить его, но я стесняюсь. Мое сердце бьется, словно играть в пипу. Пипа – это китайский традиционный музыкальный инструмент. Желаю, чтобы он был моим женихом. Но только скрываю любовь в моем сердце. Жду тот день, когда придет милый сердцу человек. И тогда цветок молодости расцветет. Кажется, кто-то у двери. Я открываю дверь с нетерпением, чтобы посмотреть, кто это. А леди Луна смеется над мной за то, что наив и глупа. Поскольку это вечерок, пошутил над мной. А так петь эту песню. Го я бо па шу динг э, чэнг хон дуй бин цуэй. За чи бэй хуэй бэй цу гэй. Дэн дё шао лэн гэ. Го лэн бяо ди бин ба бэ. Ша га лан цу дэ. Шу бэ ванг и гя пай сэ. Шим най дуа и бэ. Шу мэ лонг гун цуэ анг сай, и ай цай шим лай. Дан тай хо ши гун дай цай, чин цун хуэ дон кай. Тя ги ва бин у ланг лай, куй мэн га ква май. Нэ ню чё ун гонг дуа дай, хо хон пэм зай. Спасибо за внимание.